Вы знаете, наш министр Лавров, он, я считаю, что эту горячую ситуацию, которая уже сейчас есть, он ее как-то немножечко дипломатически уравнивает. Но они же ведут себя кошмар как. Они не могут простить нам Крым, потому что он очень нужен был Америке. Он Украине, Украине вообще ничего не нужно, кроме газовой трубы, и чтобы Юлия Тимошенко и все, кто сейчас еще есть у власти, делили эти деньги. Поэтому, а Америке нужна эта вся территория. Поэтому я считаю, что наши сейчас все-таки в Генштабе есть достойные военные, которые решат вопрос как. Вспомните, кто к нам с мечом от меча и погибнет. Я бы так хотела.